Совсем скоро на телеканале «Хабар» стартует третий сезон кавер-шоу. Уникальный проект, который полюбили миллионы зрителей и который объединил несколько поколений. В нем по-новому звучат классические хиты, даря море эмоций и впечатлений. Как идет подготовка к третьему сезону, расскажет наш корреспондент Карлыгаш Минаякова. На площадке идет запись первого выпуска кавер-шоу. На сцене маститые певцы исполняют молодежные хиты, а молодые представляют произведения, которые были известны еще несколько десятилетий назад. Мы с удовольствием сейчас снимаем третий сезон, который стартует в эфире совсем скоро, уже в сентябре. В проекте участвуют как и известные артисты, так и начинающие. Он этим и прекрасен, потому что проект «Площадка» дает возможность начинающим артистам, которые стали популярны в сети, они в социальных сетях, в Ютубе, у них многомиллионные просмотры. Все песни на проекте звучат вживую. Известная группа «Конор» приготовила к этому сезону два кавера. Один из них – знакомая нам с детства песня «Айда Кунде», которую исполняет Нурлан Унербаев. Мы сделали аранжировку двух песен, так как настроя пришлось прописывать их на три голоса, на три партии. Работали над этим дни и ночи, и за 15 дней завершили весь процесс. В предстоящем сезоне ожидается 16 эпизодов. По традиции в этом шоу принимает участие 64 артиста. В этом году не только сольные выступления. Участвуют группы и ансамбли. Кавер-шоу – это проект, в котором будет голосование исключительно за песню. Премьерный выпуск шоу познакомит с первой восьмеркой кавер-групп уже этой осенью. Смотрите на канале «Хабар». Карлыгаш Минаякова, Султан Бисекенов, «Хабар-24», Алматы.